перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребята, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в игрушку Drive Ahead. Ну что ж, ребяточки, погнали. Так, ну что ж, зайдем на приятный бонус, ребят. Так, и мы получили, ребятки, машину, новая тачка, это трактор, обычный, ребяточки, простой трактор, это все, что мы с вами, в принципе, ребяточки, выиграли. Так что давайте, собственно, ребят, приступим к игре. Давайте еще раз. Опять тачка, ребят. О, ребят, новый мини-экскаватор. Прикольно, да? Неплохо. Неплохо, довольно-таки. Так, все, ребятчики, у нас нету больше денег. Так что давайте, собственно, перейдем с вами к игре. Так, случайно, конечно же. А, случайная, вот, все. И дорога случайная, и машина случайная. Все, ребятчики, это мы с вами выбрали. Так что, в принципе, ребятчики, поехали. Разбей противнику голову. Ребят, мы будем сейчас сражаться в Drive Ahead против второго противника, чтобы разбить его. Ох, ребята, мы на экскаваторе, и мы сразу, ребятчики, ковшом своим дали ему по шее. И он проиграл. Вторая попытка. Ой-ой-ой, ребятчики, мы не ожидали такой поворот. И мы очень быстро, ребят, перевернулись. Это тоже, собственно, не сильно хорошо. Вау, ребята, мне очко, отлично. Так, давай на тракторе сдадим заднюю. А теперь вот так вот. Вот, да, ребяточки, вот именно так здесь только можно было победить. По-другому просто не так. О, отлично, мы, ребятки, его растолкали в пилу. И он просто-напросто там остался. О, у меня гоночная машина. Отлично, ребяточки, задание просто-напросто выполнено. Это просто, ребятки, круто. Мы победили, мы команда синих. Это просто отлично, ребят. Давайте 450 монет с вами, собственно, заберем. И перейдем, ребяточки, на следующий уровень. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, опять откроем что-то. Так, это что, опять машина новая, ребят? Новая тачка, ребятки. Не отложка. Вот, вот такую мы только что открыли машину. Неплохо, давайте еще одну новую откроем. Вау, ребята, это ретро-болид формула. Отлично, круто, да? Вот это я понимаю, у нас теперь вот тут вот есть точило. Так, это тут. Ага, надо, надо. Так, ребята. А как же выйти назад, да? А, вот, все. Все, ребяточки, мы для того, чтобы мы взяли все, новая тачка, все, все, теперь я понял. Все, ребят, отличненько. Давайте теперь перейдем к нашим любимым, ребяточки, заданиям и поедем. Так, ну что ж, ребяточки, погнали. О, я на тракторе, ребята, разбей противнику голову, трактор, бабах, отлично, я, ребяточки, победил. Противника мы отправили за финишную. О, не отложка, ребята, я на скорой помощи. Там чувак вылетел из скорой помощи. Ай, мы его опять задавили, ребята. Ай, из скорой помощи вылетел у меня пассажир. Он, ребяточки, он помог разбить второго преступника мне. Классно. Ой, тихо. Ой-ой-ой, совершенно я не ожидал такого поворота, дорогие друзья. Сам себе разбил. Вот так вот, давайте повторим нашу попытку. Давай, нет, получилось. Давай, вот так вот. Вот, теперь назад. А теперь опять вперед. Вот так вот. Нет, ребята, красному очку я все-таки упал, я все-таки проиграл. Значит так, делаем следующее. Отличненько, синему очку, ребята. Это мне, команда синих, это мы, да, ребят? Да. Так, ребятки, теперь заднее сальто. И теперь вперед. Вот, да, мы под крышку, ребятки, подпорили. И она ему залетела прямо в голову. И это просто, ребятки, замечательно. Так, дорогие друзья, задание выполнено. Давайте заберем нашу награду. Это 50 очков за команду синих. И, наверное, давайте, ребятки, поедем дальше.
тоже мы будем скучать. А о, я на мотоцикле, на полицейском. Ребята. Ой-ой-ой, я так не хотел попасть под пилу, что я просто-напросто упал, ребятчики, головой вниз. И разбился. Теперь он, ребятчики, поспешил и попал под пилу. Так, ну что ж, трактор. Тихо-тихо-тихо. Ребятчики, красному очко я разбил совершенно случайно свой шлем об вот эту бомбу, которая только что взорвалась. Что это, ребятки, за стрелок такой? Вау, я такой хочу машину, как у него. Посмотрите, ух, вот это у него точило, стреляет, смотрите, какой-то робот. Вот этот болит, ребята, ретро-кар, вот это классная тачка. Все, ребятки, мы отправили его в воду, он утонул и захлебнулся водой. Так, кто у нас на очереди-то? Вот так, нет. Ох, отлично, ребятчики, он первый разбился об фурнитуру. Так, давай, тихо. Ой, на голову ему надо было падать, на голову. Ох, отлично, он сам себе, ребята, утопил. И таким образом нам дали очко. Команда синих пока ведет. Вау, да, ребята, команда синих победила. И это просто, ребятки, замечательно. Забираем свой приз. Забираем свой приз, дорогие друзья. И погнали дальше. Так, ну что ж. Поехали. Вау. Нет, ребята, нет, он своим, ребяточки, погрузчиком меня сразу наказал. Давай. Так. Давай, куда ж ты едешь, а? Вау, ребята, да что ж творится-то? Да, ребята, синим очком. Вау, да ну как так? Я совсем случайно, я не хотел себя разбить голову, ребят. Давай теперь газу от этого дракона, давайте убегать. О, да, ребята, мы активировали мину, и он на нашей мине просто-напросто подорвался. И это, ребятки, просто классно. Эй, куда же ты улетел-то, а, малыш? Куда же ты улетел? Так, ребятки, ретро-болид сейчас покажет, на что он способен. Ай-яй-яй, все-таки с задним колесом, ребята, он меня все-таки задел. А ну вот так вот коня. О, да, ребята, мы перевернули ковшом коня. Победили, забирают синий свой приз. И это, ребятки, просто отлично. Так, дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, будет всего куча, будет все будет круто. Так, ребятки, давайте, наверное, откроем какие-то машины новые. Вот сюда вот нажимаем. Новая каска, дорогие друзья, это какой-то императорский пингвин. Так, давайте следующий. О, новая тачка, ребятки, футбольная пушка. Давайте попробуем, может она попадется нам. Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребятки, мы с вами играем эту игрушку. Давай, вау! Вот это да! Вот у меня ретро болит. Вот это автомобиль, посмотрите, с какой скоростью я, ребята, решаю свои дела. Просто посмотрите. Реально, реально круто. Все просто, я просто летаю. Так, ребятчики, внезапная смерть. А, это означает, что опускаются пилы, но он меня раньше добил. О, ребяточки, посмотрите, пингвин на тракторе едет. Императорский пингвин едет на тракторе, ребят. Ой, он разбил свою голову по ошибке. Так, о, на мотоцикле, ребят. Да, ребята, мотоцикл все-таки сумел задавить этого дракошика, который сидел там. А мяч стреляет или нет? Ой, да, машина мячами стреляет. Да, это, ребячки, круто. Ой-ой-ой. Так, скорая, ребята. Там у меня сейчас вылетит пассажир из скорой. Да, и мы, ребяточки, он разбил пассажира
больного. Ого, а что это я так перевернулся, ребятки? Я, наверное, удерживал кнопку назад, что меня так крутануло. Ой, я опять на мотоцикле, ребят. Только это уже не обычный шлем, а пингвин. Ой, и опять я, ребят, команда красных на этот раз победила. Но, ребят, я вам хочу сказать следующее, что не нужно отчаиваться, не нужно, ребят, расслабляться. Так что, в принципе, дорогие друзья, давайте как-нибудь уже смиримся с тем, что происходит у нас. И давайте, поехали дальше. Так, два императорских пингвина тут приехали решать свои дела, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне сразу скорая наехала на голову. Нет, красному очку пускай впервые, ребятчики, упал в воду. Да что же он, не погиб, что ли? А ну-ка, давай туда, едь, нет. О, да, ребятчики, мы все-таки на него обронили свою мощь тракторную. Вау, ребята, вот этот болид мне нравится больше всего. Это такой быстрый автомобиль. Реально, он такой крутой. Мне так нравится, просто капец. Так, давайте подождем его здесь. А, он утонет, да, наверное, будет подниматься вода здесь, да. Да, ребят, если он не поднимется наверх, то он просто-напросто утонет. Все, ребят, да, мы победили. Нам даже не нужно было прикладывать каких-то огромных усилий для победы. Видите, мы сразу же... Ой-ой-ой, он, ребятки, нам, да, скоростной болид, это крутая тачка, я тоже с вами согласен. И опять красным, ребята, очко. Но не будем расстраиваться. Все-таки это игра, ребят. Давайте две скорые, ребята, встретились. Встретились две скорые, дорогие друзья. Так, ребята, сейчас опять, наверное, поднимется вода. И кто не запрыгнул наверх, тот утонет. А, у него колесо оторвалось. Смотрите, ребята, все, он утонул. Отлично, ребятчики, нам дали очко синим. Так, ну что, трактор, покажи свою... Нет. А, ребята, да что ж такое, я думал, я не утону, но я все-таки здесь проиграл. Так, ну что ж, дорогие друзья, не будем отчаиваться. Я думаю, в следующий раз нам повезет больше. И это просто, ребятки, замечательно. Подписываемся на канал Вечное Детство, дорогие друзья. Ставим пальчики вверх. Не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропускать все новости с моего канала. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.